Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиф, и у нас Mass Effect 1. Продолжаем, продолжаем рубить. Так, что нам тут пишут? Так, чтобы выйти к лифту в Академии СБЦ, спуститесь по этой лестнице и пройдите по коридору из Академии. Вы также сможете попасть в стыковочный шлюз Альянса. Окей. Нам типа сюда, да, надо идти? Направление к Академии СБЦ. Ну да, вроде сюда. Или нет? Так, патрон молот 2. Улучшение настроек. Нет, это нам не надо. А что это взять все? А. Так, сюда вроде. Или не сюда. Карта есть какая-то. Магазин Марланд. Так, члены отряда. Пункт назначения. Не знаю, зачем я сюда пошел. Ну, пошел, пошел. Заходи, если дружок. Если дача повернулась к тебе лицом, стоит зайти в казино в клубе «Сверхновая». Так. Удача повернулась лицом. Че, мы поехали куда-то? В свете недавней атаки на Иден Прайм, многие колониальные инвесторы прекращают финансовую поддержку будущих проектов. Сторонники колонизации из расы людей настаивают на том, что Иден Прайм был единичным случаем. Однако количество желающих стать колонистами резко уменьшилось. Многие мы тут ни при чем. О колонизации были заморожены в ожидании гарантии безопасности для поселений. Чем мы так долго едем? Неужели нельзя было как-то сократить этот путь? Добро пожелать в СБЦ. Так. Тут нам надо с кем-то поговорить. На вас поступила жалоба из бара Фиста. Держитесь оттуда подальше. Не надо командовать. Рекс, это последнее предупреждение. Предупреждай Фиста, и я убью его. Хотите, чтобы я вас арестовал? Ну давай, попробуй. Грозный малый. Ну хватит, проваливайте. Мы знакомы, человек. Меня зовут Шепард. Я преследую Фиста. Может, хотите составить компанию? Шепард? Капитан Шепард? Я много слышал о вас. Мы оба солдаты, Шепард. Из уважения я хочу по-честному вас предупредить. Я собираюсь убить Фиста. Фист знает, что вы придете. Вместе у нас больше шансов справиться с ним. У моего народа есть поговорка, которая гласит: «Ищи врага своего врага, и ты найдешь друга». Ну, типа да. Так вы станете членом моего отряда, Рекс? Пойдемте. Мне не хочется заставлять Фиста ждать. Рекс Пекс Фекс. Так, ну я даже не знаю. Да или того, да? Подтвердить состав. Типа вот так. А я могу их двоих взять? Что-то мне этот гигант не внушает доверия. Хотя. Так, что тут еще есть интересного? Так, все молчат. Никто с нами не говорит. Железные сектора. А куда мне надо идти? Не, подожди, я не знаю, куда мне надо. Тут так с навигацией слабенько в этой игре. Так, пункт назначения. Разведданные ресурсы СБЦ. Я пришел в СБЦ для с какой целью?
Арсенал. Отряд, карта, журнал, кодекс, снаряжение, сохранение, журнал. Так, цитадель. Разоблачение Сарена. Нанести визит Фисту. Так, криминальный лидер по имени Фист, скрывающийся в нижних жилах, жилых секторах в баре логова Коры, собирается встретиться с Кварианкой, у которой есть доказательства связи Сарена с агентом. Логово Коры. Мне надо логово Коры. Где оно? СБЦ, СБЦ, СБЦ. Тут можно как-то его искать по... Так, двигать карту. То увеличение приближения. Транспортер, логово Коры. Так, а... На каком этаже логово Коры? Где его, как его искать? Ничего не указывается. Жилые сектора. Клиника назад. А, логово Коры, вот. Так бы сразу и сказали. Так, вы прибыли в логово Коры. Честный сектор. Ой, мне кажется, я здесь уже был. Ну да ладно. Похоже, клуб закрыт. Фист ждет нас. Один есть. Еще, конечно, стрелялки эти так реализованы. Стрёмным образом. Ой, я его пистолетом ударил. Шепард помер. А кто-то сохранялся где-то? Конечно, никто нигде не сохранялся. Ну и что теперь делать? Выйти, продолжить последнее место сохранения. Вот блин. А, выход нам за это. И на том спасибо. Похоже, клуб закрыт. Фист ждет нас. Минус. Восстанавливаемся. Отойди, девочка, отойди. Минус. Использовали пенициллин. Ой, ты там что делаешь? Ой, я что-то сам остался. Он что-то со всех сторон стреляет. Тихо, тихо, отходим. Какая-то пушка слабенькая. На тебе, громила. А что-то он... Я так и понял, что он еще не помер. Никто не помер. Все померли, кроме меня, точнее. Вас оживить, господа. Так, там в комнате еще были какие-то нехорошие люди. И ни одной гранаты нет. Да упади ты уже. О, упал. Я хотел сказать, что неужели невозможно оттуда попасть в него. Бандит. Да я понял, что бандит. Сейчас мы его ликвидируем. Что тут, выстрел в голову не считается?
Ребята, восстанавливайтесь, вы мне нужны. Ну а где второй тот? Гаррус. Гаррус, ты где? Это с той стороны ходит. Ты там живой, дружок? Чё его не вижу? Где он делся? На карте висит, а по факту? Ну, где-то вот к нему тут подхожу, а его вот где-то исчез, короче. Ого, как ты быстро бегаешь. Как-то я бы даже сказал, неестественно. Что это у нас? Чё, оно не активно? Ой. Все получили. Стой, где стоишь? Не приближайся. Ты это мне, что ли? На тебе. Говорит, не приближайся. Сам не приближайся. Так, тут у нас закрыто, да? Да, эта дверь не активируется. Кушайте все. Осталось две штуки, кстати. Что там? Ручное отключение. Дешифровка. Пупк. Так, взять все. Присели, привстали, присели, присели, привстали. Ой. Ой-ой-ой. Там что-то стрелять. Не высовывайся. Я ему говорю, не высовывайся, а он лезет. Ух и воин. Вот это что, ему урон не проходит, да, я так понимаю? Какая точная пушка? Ого. Сиди здесь, не высовывайся. Не надо только убивать меня. А я, кстати, могу ж... Быстрое сохранение не удалось. Спасибо, не могу. Она высовывается, да? Ух и девушка. И сам уничтожился. Зачем я это сделал? Но дело в том, что я так и не понял, вот эти штуки можно уничтожать, или нужно уничтожать, или можно уничтожать. Так, ладно, повыем еще немножко. Не это я хотел. Похоже, не это. Вот это. Фист ждет нас. Что там за... Выход, вход, проход. Ой. Их там много. Для меня одного. Как ты быстро перегреваешься? Как это у тебя так получается? В ногу попал. И уже перегрел.
теперь попал немного. Не, тебе в голову. Насколько это тут работает? Вот этот живучий дядька. Лежать. Так, там кого-то надо подлечить. Как-то так. Ты так слабо попадаешь. Ну, вроде скучно в него, прям в лицо ему. Как-то так. О, там штуку какую-то взорвать можно на полу. На тебе. 12 опыта. Так, крадемся как мышка. Стой, где стоишь? Не приближайся. Попади ему в головешку-то. Понятно, это в такой позиции он типа неуязвимый, да? А если вот так? Ручное отключение, так. Ой. Не успел. Как так-то? Недостаточно чего? У Нигеля. Ну, это плохо, что недостаточно чего-то. Так, это мы тут последний раз и остановились, да? Так, ну видите, чтобы использовать первую помощь, нажал. Конечно, гранаты не помешали. Ты чего умираешь там? А ну иди оттуда. Зачем он это делал? Так. Три штуки их там осталось. Как их уничтожить? Куда стрелять? Чтобы потушить эту фигню. Ух ты. Оказывается, можно потушить. Если бы она не перегревалась еще так быстро. Подожди! Хорош. Не убивай меня! Я сдаюсь! Разумный ход. Где акварианка? Нет ее здесь! Не знаю, где она! Я говорю правду! Он лжет. Я тоже так думаю. Тебе лучше все рассказать, пока я не потерял терпение. Кварианки нету здесь. Заявила, что будет говорить только с серым посредником. Тет-а-тет. Невозможно. Серый посредник работает только через агентов. Никто не видел этого серого черта. Никогда. Даже я не знаю, кто он. Но она-то этого не знала. Я ей пообещал ей устроить встречу.
Но когда она объявится там, ее будут поджидать люди Сарана. Где будет встреча? Говори где, быстро. Да тут, в жилых секторах, переулок за рынками. Она встречается с ним прямо сейчас. Если поторопишься, успеешь. Мне что, просто забыть, что ты сделал? Эй, я же честно все рассказал. Про встречу эту. У меня теперь тоже полно проблем. Это серый точно. Посредник хочет избавиться от меня. Мне нужно исчезнуть. Забудь обо мне. Я призрак. Разбирайся сам со своими проблемами. Не беспокойся. Больше ты меня не увидишь. Кыш-кыш-кыш. Так, доберитесь до ква... До гибели кварианки так быстро. Ого. Что это такое? Ручное отключение. Да что такое? Ошибка. Ладно. Погнали. Это куда дверь? Это не сюда дверь. А куда нам-то бежать-то хоть? Кто-то знает? Только не говорите, что там еще пацаны есть, которых надо убивать. А что произошло? А, открылось. Да ладно. Уже перегрелась, я понял. Такое себе. Ой, граната появилась, я ее уже выбросил. Что это за человек? Че, не хочешь взрываться? Фу, Карус подбил. Так, ладно, где эти жилые кварталы? Куда мне бежать? Да, отойди ты отсюда. Тогда что такое? К нижним рынкам. В этой двери находятся нижние рынки, чтобы выйти к президиуму Академии СБЦ. Пройдите через верхние рынки. Окей. Так. Взять все. Так, журнал. Передайте ОНД. ОНД, который содержит информацию о незаконной деятельности Филса, может заинтересовать журналистов. Из этого можно сделать неплохой репортаж. Вот это оно мне надо. Так, у вас есть сканирующее устройство. Обнаружил нового хранителя, поскольку его данные. Так, подожди, это все не то. Задание, миссии. Как между вами переключаться? Дата. Так, ФИС, бывший агент торговой информации, известный под именем... Так, у которого есть улики против Сарена. Спасти жизнь. Так, люди с Сареном устроены засаду на кварианку. Вам нужно спешить в переулок, иначе они убьют ее. Переулок. Где этот переулок? Карта. Логово Коры, офис... Нижние рынки. К верхним рынкам. Ни черта непонятно. Куда бежать? Логово Коры. Это я тут был. Оно не показывает, да? Это вот совсем нехорошо.
А, нет, вон, смотрите, он туда где-то. Почти правильно пошел. Принесли. Где серый посредник? Где Фист? Сейчас будут. Где доказательства? Так не пойдет. Че ты ее трогаешь? А она не промах. Кто-то мощно лупит. Да ты задолбал. Я знала, что ему не следует доверять. Вас не ранили во время перестрелки? Я могу и сама себе позаботиться. Но за помощь спасибо. Кто вы? Меня зовут друг. Шепард. Я ищу доказательства того, что Сарен предатель. Тогда мне нужно отплатить вам за то, что спасли мне жизнь. Нужно уйти в безопасное место. В кабинет посла. Там безопасно. И он уж точно захочет на это посмотреть. Ну, допустим, загрузка. Вы усложняете мне жизнь, Шепард. Перестрелка в жилых секторах. Масштабная операция по нападению на логово Коры. Вы хоть представляете, кто это? Кварианка? Вы что задумали, Шепард? Хорошие новости, посол. У нее есть доказательства того, что Сарен связан с гетами. Это правда? Может, вы начнете с самого начала, мисс? Меня зовут Тали. Тали Зора Нарайя. Кварианцы здесь бывают нечасто. Почему вы покинули флотилию? Я отправилась в паломничество. Надо было. Это ритуал вступления в совершеннолетие. Я никогда не слышал об этом. Это традиция моего народа. Когда мы достигаем зрелости, мы покидаем родной корабль. Мы в одиночку отправляемся в путешествие. А возвращаемся во флотилию, когда находим что-нибудь ценное. Так мы доказываем свое право вступить в совершеннолетие. А что вы ищете? Это могут быть ресурсы, например, пища или топливо, или полезная технология, или какая-нибудь информация, которая поможет облегчить жизнь флотилии. Паломничество — это доказательство того, что мы будем приносить пользу обществу, а не просто потреблять ресурсы, количество которых у нас ограничено. В этом что-то есть. Нечего быть потребителями. Расскажите, что вы нашли. Во время своего путешествия я слышала сообщение о появлении гетов. С тех пор, как геты стали причиной изгнания нашей расы, они никогда не пересекали границу Вуали. Мне показалось это любопытным. Я последовала за одним из патрулей гетов на неисследованную планету. Дождалась, когда один из них отстанет от своей группы. А потом отключила его и вынула модуль памяти. Я думал, в момент смерти гетта его модуль сгорает. Что-то типа защитного механизма. Как вам удалось сохранить модуль памяти? Мой народ создал геттов. Если действовать быстро и аккуратно, вам может повезти, и небольшие фрагменты данных удастся сохранить. Большая часть данных была уничтожена, но мне удалось вытащить кое-какие звуковые дорожки. Мы держали 3D ПК на руке. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. Это голос Сарна. Это подтверждает его причастность к нападению. Он сказал, что после Иден Прайм они приблизились на шаг к каналу. Что это значит? Канал каким-то образом связан с маяком. Возможно, это одна из протеанских технологий. Что-то типа оружия. Подождите. Это не все. Сарен работал не один. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение пожинателей. Я не узнаю второй голос, который говорит про пожинателей. Это какая-то новая раса? Согласно данным модуля памяти, пожинатели — высокоразвитая раса машин, существовавшая 50 тысяч лет назад. Пожинатели полностью истребили протеан, после чего исчезли.
Так, по крайней мере, считают геты. Звучит каким-то неубедительным образом. Исчезли. Видение на Иден Прайм. Теперь я понимаю их смысл. Я видел, как Протеан уничтожили пожинатели. Геты считают пожинателей богами, вершины неорганической жизни. И они полагают, что Сарен знает, как вернуть пожинателей. О, совет придет в восторг. Пожинатели представляют угрозу всему живому в пространстве цитадели. Мы должны сообщить им. Неважно, что они подумают насчет всего остального, эти аудиофайлы однозначно доказывают предательство Сарена. Капитан прав. Мы должны сообщить об этом совету незамедлительно. А что насчет нее? Насчет Кварианки? Меня зовут Тали. Капитан, вы видели, на что я способна. Разрешите мне пойти с вами. Конечно. Вы же сказали, что находитесь в паломничестве. Паломничество говорит о нашем желании посвятить себя общему благу. Кем я буду, если откажусь от этого? Саран — это угроза для всей галактики. Паломничество может подождать. Так, паломничество может подождать. Так, согласимся. Так, вы будете полезны. Я приму любую помощь. Только куда ее вставить? Спасибо. Вы не пожалеете об этом. В моем вот мы этом с Андерсоном подготовим наборе группы. Для совета. Таким нехитрым образом у вас есть несколько минут на подготовку. Встречаемся в башне. Ну, допустим, ее возьмем. Потому что сейчас с двумя девками иду. Ну, и ладно. Так, подтвердить состав. Окей. Так, ладно, ребята, на этом серию закончим. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, оставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.